В селе Громцкинвальского района прошел вечер поэзии основоположника остинского литературного языка. В мероприятии приняли участие учащиеся Громской средней школы. Организаторы вечера отметили, что Костахи Тагуров остается в нашей памяти как поэт, художник и борец за свободу народа. Ведущая вечера рассказала о нелегкой судьбе писателя вдали от родины. Он жил для своего народа, считал всех людей братьями и верил в разум человека. На мероприятии также были приглашены лауреаты премии Нафиджу Сойта Асиат Наньева и Оля Чихоева. Собравшихся праздничным концертом порадовал коллектив управления культуры Цхинвальского района. В истории литературы остинского народа творчество Костахи Тагурова – одно из самых ярких явлений. Остинский народ гордится своим земляком и чтит его память. Фатима Чойчева, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня.